Ой, как хорошо, здесь свет. Ух ты, попрыгушка-стрекоза, ты уже так далеко. Я лошадку. Лошадку принести, да? Я за лошадку сосадку. А, ты за лошадка сейчас, да? Ну-ка, давай за лошадку. А, ты лошадку изображаешь. А, вон что бабушка говорит. Да, ты лошадку, лошадка. Ну да. Давай. Лошадки так и скачут, правильно. Прыг-скок, лошадка. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. Ух ты, как она скачет, лошадка. Она так прямо в припрыжку, прямо ножками цок-цок-цок-цок-цок делает. Ух ты! Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Ух ты, вот это да! Ух ты, руками еще, и туда еще, и сюда, ну надо ж такое, и бегом отсюда. Ух ты, как хорошо лошадка скачет, ну и ну, вот а это лошадка. Вероника, покажи дедушке, где здесь у тебя красавица Золушка? Лошадка, лошадка, как ты хорошо скачешь. Здесь вон красавица Золушка. Ну-ка покажи. Дедушка, вот она. Покажи, ух ты. Она танцевала на балу. Как красиво. И ей одежду. Вероника наклеила одежду ей. Фея. Ой, как красиво. Ну-ка расскажи еще. Одежду. Расскажи, Вероничка, что тут еще. Ух ты, как красиво. Да. Покажи. Ой, и какая Мария, красота. Да? Боже мой, какая ж красота. Фейки, да. А как зовут бабушку? Ну-ка расскажи, бабушка. Эту зовут Анастасия. Да. Анастасия. Анастасия. Красивая жёлтая. Как красиво, Анастасия. Вот это да. А тебя зовут Вероника. Вероника, как красиво. Да. Вероника, а язык у тебя какой красивый, розовый. И ты его все время весь показываешь. Ну-ка покажи. Ну-ка, бабушка, расскажи, какие еще. Нет, вот это как зовут? Вероника. Не Вероника. Не Вероника? А как? Ты Систа. Ты знаешь, что ее не так зовут? Систа, наверное. Русалка. Русалка ее зовут. Русалка. Ах, вот что. Ты ее назвала русалкой. Молодец, правда. Ну, молодец. Ой, пойдем еще попрыгаем, да? Ох ты! И на из тапочки снимем и попрыгаем. Ох, как мы хорошо сейчас будем с лошадкой прыгать и с бабушкой. Да? А какой бабушка? Ну, бабушка, которая к тебе подойдет. Какая? Она большая. Она большая бабушка, она не хочет прыгать, да? Не может, потому что, да? Потому что она большая, потому что не может прыгать, да? Да. Она только лежать может на кроватке, да? А может, она тоже попробует, и может, у нее получится. У тебя же лошадка прыгает. Лошадка тоже не маленькая, а большая. Нет, лошадка, дедушка, маленькая. Маленькая разве? Конечно, посмотри, какая голубая лошадка. Ну, какая же она? Ох! Осторожней. Ты куда ее забросила, а? Чудо. Чудо-чудо-чудушка. Чудо-юдо-юдушка. Чудо-чудо-чудушка. Чудо-чудо-юдушка. А? Чудо-юдо-юдо. Чудо-чудо-юдо. Чудо-юдо-рыбаки посреди земли лежит. Посреди кроватки лежит. Чудо-юдо-рыбакит. А пупа голая, пупа голая, ой, пупа голая. А, чудо, ты собираешься? Ах ты. Расскажи, пожалуйста, дедушке, где ты была вчера? Где ты была вчера? Ты была вчера в кинотеатре «Моряк». Ну-ка, расскажи. Что вы там кушали, попкорн кушали? Ты кушала попкорн? Да, попкорн там кушали? Не кушала, да? А кто, мама кушала, да? Или папа кушал? Не помнишь? Нет, сегодня нету. А вчера вы были в конце дня. И папа тебя взял на ручки, и вы пошли в кинотеатр «Моряк». Ты не помнишь? Нет, я сама. Нет, папа у меня не был.
Я не захотела. Ты не захотела? Ты шла сама ножками, да? Угу. Молодец. И куда вы зашли? Вы поднимались вверх? Вверх к кинотеатру поднимались? Нет. Нет? А куда? Вы сразу пошли на качельки? Нет. Нет, и на качельки ты не ходила вчера? Да? Нет. Это за Сапуковым. Сапуковым. Сапуковым? И Сапуковым. Машка, ты поняла? Нет. Пуком. Пуком? Нет, девушка. Ну? Что ты неправильно говоришь. Неправильно, да? Что ты тебе говорила? А, ты... Пуком. Понял, ясно. А дальше что было? Мы заходили, и там такая баночка, там нарисовано пуком. А, попкорн. Попкорн. Попкорн, да? Он был в баре. А вы взяли ее? Да, а. И покушали, да? Ну вот, ты вспомнил. Все, мы поняли, что такое пукон. Ясно. Ой, ты опять не понял. Не понял, дедушка? Попкорн. А, попкорн. Все ясно. Ясно. А он вкусненький, такая кукурузка такая. Там, дедушка, ты знаешь? Что-то там внутри беленькое такое. Да ты что? Там не просто так, там беленькое внутри, да? Да. Что это? Что это за беленькое такое? Это кукурузка. Она просто, когда ее жарят, она лопается. И получается такое беленькое внутри. А ты никогда не видела, как она пух делает? Пух. Пух, да как у Кати. Как у Кати. Да. Поэтому ее называют попкорн. Или в Венгрии ее называют пуканки. То есть они как пук-пук делают, пук-пук. Они называются пуканки. Да. Дедушка, ну ты и придумал. Я не придумал. Это так и есть. Они называются пуканки. Дедушка, это называется попкорн. Воздушная кукурузка. Ну, у разных народов по-разному она называется. Так, ты опять сняла тапочки. Да? Ну, она ж по коврику, у нас тепло. Да, что это такое? Это что за безобразие? Это ты бедную лошадку сейчас будешь швырять, да? Ага, ага. Бедная лошадка, там грязные тапки стоят, а ты грязная. Ну, ничего страшного. Ну, и куда ты бедную лошадку швыряешь? Не бедную. Она богатая. Она богатая бабушка. Богатую лошадку? Ничего ты не понимаешь. Это систа лошадка, да. Ясно. Сестричка лошадка у тебя. И она... Нет, систа лошадка. Систа лошадка. Ну, это ж по-английски. А по-русски сестричка. Систа. Да. Систа. Да, систа. Систа. Так же тебя на английском учили? Да. А что ты... Что вы сегодня на английском делали? Что? Расскажи. Поделку делаю. Не надо, это я специально положил бутылочку для того, чтобы туда не закатывались твои машинки. Слышишь? Не надо ее пропихивать. Я специально положил, чтобы туда машинки не заезжали твои. Да. А чем машинки? Я понимаю, что хочешь машинки заезжать. А давай мы еще катушечками не играли. Катушечки. Посмотри, мы же еще не сбивали. А ну давай. Не сбивали катушечкой. Из катушечек. А мячик у нас есть. Сейчас мы будем строить опять из катушек. А мячик около бабушки за ее спиной лежит. Вот, давай. Сейчас, как ты будешь играть в кегли? Складывай. Кегли из катушечек. Да? О, все, так, не роняй. Только не надо все ронять, зайчик. А ты маленькую девочку. Я сейчас. У меня упал. Я возьму сейчас ее, да. И сейчас построю. Строй, пожалуйста. Только ты свои тапочки убери, иначе как же ты будешь. Строй. Убери. Уберем сейчас, бабушка. Это я не бабушка. Я кот. А ты кот, ясно. А бабушка кто? Котик. Котик, бабушка, ясно. Ой. Ниточку омотай, чтобы она не разматывала. Давай, бабушка, я замотаю ниточки, чтобы тебе
тебе можно было строить. Смотри, как я размотала ниточки. Ничего страшного. И ничего не получится строить.